Бренд Гаста в России известен давно. Первый чемпион по кайтбордингу выступал именно на этих кайтах. Интересно было попробовать современный кайт для фристайла от Гастра спустя 10 лет. Pure – это так называемый открытый C-shape. Арка приближена к C-типу, а поддержка переднего края позволяет увеличить проекционную площадь, расширяя ветровой диапазон и общую тягу кайта. Легкое крыло с тремя поперечными баллонами. Накачка One Pump, большой центральный клапан и дополнительный выпуск края. Вполне современная планка, достаточно большой и жесткий chicken loop, полноценно подходит для фристайла, в комплекте лишь удобный для катания ванхукинг. Девятка, которая была на тестах, даже в порывистый ветер выглядела очень уверенно. Хороший D-Power, триммер в большом диапазоне позволяет регулировать тягу и в одну сессию можно давать в небо и прыгать на руках. Стабильный в положении unhooked купол хорошо подхватывает и не разносит на приземлении. Прыжки с переводом кайта в достаточный ветер с хорошим контролем. Pure простой и понятный в прыжках, оставил очень приятное впечатление. По соотношению цена-качество, возможно, это лучшее предложение для любителя, который тренирует элементы unhooked, при этом не собирается оставлять высокие прыжки.